Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и с вами Вредный Енот. Мы продолжаем играть с вами в Jurassic World. А чуть было не пропустил события, ты прикинь, да? На стриме с вами заболтался, так душевно посидели, так хорошо пообщались, что чуть было не забыл. Так вот, у нас события наступили. Конкретно целых три события, ну один из них это босс. Посмотрим, может мы будем с ним драться, может еще нет, по ситуации. У нас два события, это хвост булава и турнир с усилениями. Самое поганое, что с усилениями у меня большая проблема, у меня нет усилений на блю, так что я вот даже не знаю, получится нам поучаствовать или нет, потому что он, насколько я знаю, посылает куда подальше. И где взять эти усиления, я пока не знаю, давайте тут попробуем. Возможно, нам что-то где-то перепадет. ДНК на баксы это мы потратим. Баксы нам обычно нужнее. ДНК они быстренько тамятся. Это тамится, говорю, копятся. И нету. Вот у нас вот самое поганое, что вот сделано плохо, что вот реально, ну никак это вот не купить. Никак вообще. То есть это либо случайно выпадет, либо как-то ну, просто никак. Ой, ну-ка, что у нас тут? Покорность. Ну, сколько нам покорность нужно? Нужен уровень покорности 2, чтобы открыть. Подожди, так а у нас же уровень покорности 3. Как так? Ну тут понятно, тут 6. А тут-то сколько? Может это еще типа 2 надо? Спарринги. Ну-ка, а тут что у нас? Тоже спарринг, паразавр. Вот так вот все очень паршиво, очень печально. Ну ладно. Мы на это отвлекаться не будем. Давайте посмотрим, что у нас выпало. Может быть, нам тут повезет. А я закупился тут, по-моему, за голду, тут за еду, тут, понятное дело, за очки. А, давайте посмотрим. Значит, еды нам перепало замечательно. Еще немножечко еды перепало. И ютараптор. И это, наверное, тоже динозаврик. И тирана титан. Ты смотри-ка. Подожди, тирана титан. А попутно у меня. Сейчас мы его посмотрим. Попутно у меня вылупился диплодок. Я их немножечко развожу. Я хочу диплодок все-таки, диплодога сделать. И анкила. То есть вот анкила у нас 20-й, диплодок у нас уже 30-й. Я сейчас диплодока все-таки буду добивать. Чтобы он у нас был. Я хочу гибрида. Гибрид делается с анкила. Вот он. То есть анкила и диплодок. Диплодога мы добьем быстрее, потом перейдем сразу на анкила. Я усиленно просто беру и скрещиваю диплодогов, чтобы у нас он уже был готовый полностью. Так, ну давайте посмотрим. В принципе, по большому-то счету, давайте разберемся. Ну-ка поместим. По большому счету, нам нужно сколько еще? Нам нужно еще 2 диплодога. И все. Давайте мы, знаете, каким образом попробуем поступить. Диплодок. Вывести он халявный. Ускоряем. Просто вот так вот ускоряем. Не знаю почему. Просто вот так. Я после стрима уставший. И мне не жалко. Это моя большая проблема. Если я уставший, мне уже не жалко ни... Ой, долларов... Ни денег, нифига. Вот, скажите, тирана титан. Давайте глянем. Ну, не сказать, что он супер. Но он есть. Он для кого-то гибрида нужен. Так, диплодок и 750 очков. Блин. Так-то, конечно, жалко. Жалко денег. Ну, ладно. Давайте попробуем так. Пробуем так и поставим анкила. Ускоряем. Я это быстро делаю, потому что у меня сердце кровью обливается, когда я такие суммы скидываю. Просто жалко. Так, хорошо. Посерьезней. Сделаем серьезнее лицом. И продолжим. Так, хорошо, у нас диплодок. Блин, ну это выкачка денег, реально. Это сейчас у меня идет выкачка денег. Я знаю, что игра к этому отношения вообще не имеет. Она. Хочешь, жди. Но я ждать не хочу. Я вот сейчас скрещивать их начну, вот эволюцию, все. Вот это пускай мы ждем. Это нам уже не страшно. Пускай мы ждем. Потому что сегодня мы в любом случае его использовать вряд ли будем. 30-й левел. А мы его, кстати, не сможем, да, использовать? Да, они на скрещивание. Ну ладно. И нам нужно заказать анкила. Анкила я ускорять пока не буду. Давайте мы немножечко
подкопим баксов, потому что с баксами у нас проблема. Следующее, что мы забираем. Серебряные карточки. Мяско. Кстати, покупалась она тоже за мясо. Довольно странно. Обычно наоборот идет. Если джендзянгоптер. А это что? Ну-ка поподробней. Я что-то такого не помню, честно. Я что-то помню. Мы вроде как с ним дрались как-то раз. Он почему-то у меня в памяти не отложился вообще никак. Хотя... В целом, для обычного... Ну, конечно, он супер редкий, но считайте обычный. Он довольно серьезный, серьезный. Диморфодон. Аэротитан. В общем, мы сейчас... У нас приоритет сделать... Вот именно гибрида диплодога и анкилозавра. Второй у нас... Вот, кстати, это анкилодог будет у нас. А второй приоритет у нас Индоминус Рекс. Только потому, что тиранозавры очень долго вылупляются. Только поэтому это во вторую очередь идет. Так, пирозавр. Вот он, я помню, да? А, нет, это ютораптор. Ой, пирозавр. Пирораптор, что-то я. Что-то я, да, ну... 4 часа стрима, немножко устал. Я надеюсь, простите. Так, а где же он у меня? Стоп, я его сюда. Вот он, точно. Велоцираптор. Велоцираптора будем выводить. У меня нету больше карточек его, поэтому мы будем покупать за очки ДНК. А он стоит что-то дофига. Стоит он полторашку. Хорошо. Мы будем знать. Вот эти, ну, фонтаны. Я их не сильно заморачиваюсь. Я их обычно меняю, честно. Вот тут я их просто беру и меняю. Но пока сегодня менять нечего. Так, и давайте последнее посмотрим. У нас последняя карточка. Очки ДНК, это хорошо. И еще очки ДНК, вот. Вот сейчас они нам довольно актуальны. Мне говорили, да, копи очки ДНК на Индоминуса. На Индоминуса они нужны, они обязательны просто. Но чтобы до Индоминуса дойти, нам нужно Пирораптор и нам нужен Тиранозавр. Тиранозавр у нас, в принципе, тоже очень дорого стоит. И нам их еще нужно будет много. Я в прошлой серии говорил, вот у нас один до 10 сделаем, еще одного зайдем, мы до 20-го. 20-й встретим, у нас 30-й. Нам нужно будет еще 4. То есть это довольно уже много, это уже довольно серьезно. Ну ладно, давайте мы пока отвлекаться не будем. С боссом мы всегда успеем. Давайте VIP пройдем. VIP доступ. Подводные бои. Реально подводные бои. Берем. Так, мы берем мегалодона одного. Там еще мегалодонов надо так выводить по-нормальному. Но. Так вот мы сделаем. И последнего. И все. Я думаю, двух хватит нам. Пока что у нас приоритет все-таки на вылупление именно. Да, тут даже одного мегалодона бы хватило. На вылупление именно гибрида. Я хочу гибрида. Я хочу вывести индоминуса. Я хочу вот это вот диплодога гибрида. Так, вот преимущество. Ну вот я, наверное, зря взял второго. Ну ладно. По большому счету, вот он две атаки провел. Мы его сейчас две атаки загрызем. И с последними у нас равные силы будут. И он как бы нам ничего такого особо сделать не может. Хотя нет, тремя атаками он нас загрызет. А у него две атаки. Ой, это хорошо. Двумя атаками нет. Сработаем от дефа. Два дефа, один на очки. И он нас не прогрызет. Даже, нет, даже четырьмя атаками не прогрызет. Не смог. А это замечательно. Давай, все пять атак, и мы его съедим. Я уверен в этом. Все, отлично. Мауизавр. Мы его съели. Сейчас самое главное, чтобы нам хватило долларов, чтобы восстановить всех Дина. Так, надо вот этот момент запомнить. Мне очень в конце понравилась такая морда акулы. Я постараюсь ее сделать на превьюшку. Она довольно симпатичная получилась. В принципе, я думаю, нам хватит. Так. Блин. Оставить-то некого. Давай так, так и вот так. Реально ставить некого.
Да, давай так, я думаю, мы должны справиться. Один на равных, один и два у нас без преимущества. Но я думаю, нам хватит. Может, профессионал уже в этом деле? Мы сможем подикать? Ну-ка, давай от дефа сыграем. Можно было на очки, но я почему-то решил от дефа. Вот теперь давай на очки. У него будет три атаки. Три атаки он нам ничего не сделает. Зато у нас будет уже по полной. У нас будет четыре атаки. Какая воинственная черепашка. Вот. Значит, смотрите. У нас, получается, было 3 очка плюс 2. 5 очков. Он беззащитный. Так. 100. Все 5 атак придется потратить. Ох, ёшкин ты кот. А почему я думал, что он беззащитный? Японский ты городовой. Вот тут я прокосячил, ребята. Вот это очень-очень плохо. Так, ладно. Три атаки было. Хорошо. Так, ивдев. У него сейчас нету точно ничего. Я почему-то забыл про его бонус на очки вот эти вот. И это была моя, ну не сказать, что роковая ошибка, но это была очень неприятная ошибка. Какое-то очень тяжелое событие по мне так. Довольно такое серьезное будет. Так, две атаки, два дефа, да, он сделал. Давай мы сыграем от дефа. Да, я был прав. Нам нужно развести его на 4 атаки. Как только разведем на 4, хотя бы на 3 даже атаки. Раз, так, 3 атаки, да, значит, смотри мы как делаем. Мы один деф, значит, мы 3. 3, 3, 3. Так, делаем вот так. Потому что у него один деф. Он в очки не отдастся сейчас. У него преимущество, он в очки не пойдет. Он будет дефиться, чтобы потом атаковать очень сильно. И вторая. Протостега. Вторая черепашка. Но нас один деф. Хотя нет, может, не спасет. Не спасет. Но, с другой стороны, и он сейчас абсолютно беззащитный. Мы выходим. Ёшкин ты кот. Хорошо, 80, 160, 160. Не хватит. Не хватит. Просто не хватит. 4 атаки. Есть, 4 атаки. 5 атаками нам должно хватить его завалить. Серьезный бой. Динозавры очень слабенькие. 351. Есть, все, ребят, хватило, хватило. Хватило, отлично. Как-то это очень-очень-очень-очень-очень было как-то, ну, стрёмно, что ли. Ну, неприятно, на самом деле, очень неприятно было, потому что я себя чувствовал, что меня загнали просто в угол. Я понимал, что сейчас, если одна ошибка, это все. А нам нужно еще три боя провести, между прочим. Так, берем вот так. Двоих он должен вынести. Возможно, даже троих. Давай вот так попробуем. И вот этого возьмем. Просто в довесок. Я просто что волнуюсь? У меня заканчиваются доллары. Вот это меня очень волнует на самом деле. Что я не смогу восстановиться потом. А нам бы VIP провести. Потому что VIP пройдем, доллары, скорее всего, у нас появятся. Хотя тоже не факт. Так, давай две от дефа. И в очки. Три. Что нам сделать? Он ничего не сделал. Что ж ты такая зараза задумала? Три и в очки. Пятью атаками. Долби пятью. Нет, 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 нет. Я тебе прикол узнаю. Я сейчас буду играть просто от дефа. Просто от дефа. Пока я его не разведу. Потому что, видите, он уходит в деф. Три. Тремя атак... Ой, хорошо как. Так, значит, у него, скорее всего, либо... скорее всего, у него два на дефе. По-любому два на дефе. И один на очки отдал. Значит, нам нужно три атаки. Да, три атаки нам нужно. И два на дефе у него, да? Блин, хочешь не... Хочешь, нам нужно его долбить по полной. Ёж, он издевается. Слушай, смотри, они какие-то очень хитроумные пошли. Смотри, что творит. Короче, мне рвет шаблон полностью.
полностью рвешь шаблон, ребят. Абсолютно и бесповоротно. Раньше он бы не ушел так. Он бы не пошел в деф полностью, он бы сделал бы на очки. А тут прям какой-то другой алгоритм. Смотри, он действительно, он берет и уходит в деф. Он не борзеет. Он, я не знаю, что он делает, но он от дефа играет. Он тупо играет от дефа. Он... Это капец. Это капец. Он от дефа, мы от дефа. Нам нельзя... Нет, нормально. Ой, печально. Надо 4 дефа. Мегалодон! Ё, это все это проигрыш. Хотя, подожди, нет, мы еще... 18! Ты смеешься? Все, я не буду его мучить, это бесполезно. Это абсолютно бесполезное занятие. Это бред. Блин, мне вот без этих, мне вообще, я не знаю, что мне тут ловить. Я просто не знаю, что мне тут делать. Надо восстанавливать так, так и так. Так, давай так, так. Я не знаю, что тут на самом деле делать. Потому что вот без пещерных мы... Так, все, давай очков сыграем. Потому что без пещерных, ну, блин, ну с такими Дина очень тяжело биться. Так, работаем от дефа. Что ж ты, падла, делаешь, да? Я ничего понять не могу. У него очень странная тактика. Я ее пока не могу раскусить. Он либо реально работает все от дефа, вообще все от дефа. Либо что-то как-то я не понял. Так, 3 атаки, все. Можно грызть. У него 4 очка было, да? Один деф. Мы вот так сделаем. Ага, у него дефа не было. Все, я опять с очками прокосячил. Я почему-то был уверен, что у него было на дочку больше. Ладно. Ну тут-то мы, я думаю, сейчас мы, думаю, сможем постараться. Сейчас мы должны просто. Победа должна быть наша. Так, ну этого, да, мы в размен пускаем. Следующий у нас не супер-пупер боец. Но 5 атаками он загрызет. Значит, его мы в размен сейчас... Сейчас он, скорее всего, в размен не пойдет, потому что преимущество у него. Хотя, с другой стороны, у Мазозавра довольно неплохая атака, и 4 атаками он нас вынесет. Да, он пошел на 4 атаки, но зато у нас выходит Мегалодон на ринг. И Мегалодону вообще абсолютно плевать, что там Мозазавр о себе возомнил. Отлично, все. Вот это другое дело. Блин, тяжело будет. На самом деле, ребят, очень тяжелый бой сейчас почему-то был. Еще 2 таких же. Еще сложнее будет. Не знаю почему, но как-то он мне тяжело удался. Так. С этим без проблем. Ага. Это уже лучше, смотри-ка. Мы берем так. И вот так. Мы везде в преимуществе. Но у нас заканчиваются доллары. На один бой бы нам хватило. Нельзя проигрывать. Больше проигрывать нельзя. Давай, кусь его. Все, он проиграет. А я, наверное, третьего взял. Зря взял. Не надо было его брать. Ладно, пускай. Тут на равных. 2 атаки пройди. Пройди 2 атаки. 60-400. Нормально. Смотри, 1 атака. И в очки. Он меня с одной атаки следующий загрызет. Поэтому мы делаем 1 атаку и уходим в очки. Потому что даже если я сделаю деф, ему достаточно будет пройти 2 атаки, он мне все равно съест моего мегалодона. А он бы так и сделал. Так, и давай, мегалодончик, атакуй по полной. Ты его съешь, я в тебя верю. Он без защиты, он сделал 2 атаки, очков у него не было. Какой сложный бой, да? Ты не поверишь. Это вообще-то кошмар. Так, это VIP событие. Еще один бой остался. Последний бой. А нам, кстати, долларов не перепадет, к слову говоря. Это не то событие.
Так. Этого мы загрызем за один ход. Со следующими... С этим мы можем повыделываться. Нужно равного ставить. Нужно делать вот так. Так, так, так. И я поставлю вот так еще. Давайте попробуем. Этого мы за один сгрызем. Но мы сделаем так, двумя атаками. Сколько у него атак я провтыкал? Я знаю, как мы сделаем. Мы сделаем от очков. Он сейчас пройдет, скорее всего, одну атаку. Мы этого съедим. Что он делает? Он делает деф. Так, стоп. Да, он делает деф. Ну ладно. Я сейчас его реально боюсь. Что ж ты за странец-то удумал такого? Он не пошел в деф. Две атаки мы выдержим. Да, я говорю, он в деф не пошел, на одну только поставил. Все остальное он поставил в очки. В смысле, в очки он не поставил? Это как так? Давай, 4 к 1. Нам нужно развести его на атаку. Атакуй, собака, 5. 5 атак сделай. 4. Нормально, 4 атаки мне сойдет. У меня сейчас будет 5 очков, я с этими 5 очками его буду грызть. Но опять же, это будет сложно. Это будет сложно. Так, так, так. А как у нас эти? Слишком много хп у него. У него очень много хп. Как лучше сделать, я вот думаю. У него один в дефе. Если я сейчас просто атакую, он выходит этим приоритетом и он нас вырубает. А хп сколько? Одинаково. Давай мы знаешь как сделаем. Так. И в деф. Мы будем его поднадкусывать. По чуть-чуть поднадкусываем. Сейчас очень опасно брать и форсить. Нельзя, нельзя, нельзя. Давай, пройди 4 атаки, пройди, собак. Блин, не хочет он. Тогда работаем также от дефа. Пока мы не... Тремя... Ой, тремя атак... Нет, нормально. 2 атаки выдержим, хорош. Хорош. У него, значит, один деф. Один деф. В очки уходим. Все, уходим в очки. Все, нет у него дефа. Он в очки ушел. Этот нас сейчас съест, но у нас выйдет следующий, и он уже будет с очками. 3 атаки. Блин, а у него уже 6. А, ну и плевать, что 6. У нас-то тоже 6. Так, 3. Представим, что он 3 на деф. Нам нужно полную долби. Черт! Ты смотри, что ты. Да он мне, блин, как может сегодня обыгрывает. Ох, епонаш ты, городовой! Преимущество доказал. Я забыл, что у меня мегалодон преимущество был. Это жесть. Это просто жесть, ребят. Ему достаточно моей одной атаки. Ну давай попробуем. Все, 6 атак нас, нам хана. Это капец. Это был полный П. Как с вами бороться? Да у меня нету никого динозавров таких сильных, да? Кончились бабки, поэтому пришлось целых до утра ждать, в общем. А, конечно, пораньше они у нас, но тем не менее. Так, значит, давайте сделаем по-другому в этот раз. Мы сделаем мегалодона сюда. Второго леопардона. И под конец самого мощного мегалодона на самый конец. Потому что 800 хп, даже если этот будет по 150 бить, у него есть шанс, что он лептоклейд завалит. Давайте пробуем таким раскладом, потому что на самом деле это уже капец. Это очень тяжелый бой, потому что у нас нету совершенно никого в преимуществе. Так. Значит, давай, до Казавра мы сработаем от очков. Он, скорее всего, сейчас
сделает подмену, поэтому мы делаем очки. Этот пройдет две атаки, сольет на... Ты смотри, он сделал две атаки, но он не слил нашего Мегалодона. Ой, сделал, он не сделал две атаки, наоборот. Хотя довольно странно, я был уверен, что он их проведет. Так, хорошо, как бы нам с тобой поступить-то, с собакой такой? Давай мы, короче, две и на очки. Попробуем по максимуму взять очков. Ну-ка, атакуй, атакуй двумя атаками атакуй. Не хочет он атаковать, смотри, что творит, а? Давай тогда максимум держим нашего Мегалодона, по максимуму сколько можно. И все, вводим на очки. В принципе, 4 атаки выдержит. Давай, отлично, молодец ты мой красавец. Выдержал. Так. 5 атак, 5 атак. Это будет сколько у нас, 500? Он беззащитный, абсолютно беззащитный. Провел 4 атаки из 4. Так, так, так. Давай, это самый мощный у него. Давай попробуем по максимуму атаки влупить. Хватит, хватило. 870 с чем-то будет. 873, по-моему. Отлично, ребят, мы с ним справились. Ой, блин, это просто это бальзам на душу. Это был самый сильный, у него больше всего хп было. И у нас меньше всего преимущества. Ну, этот нас съест. Я, конечно, тут не спорю. Зато, сейчас мы будем на равных. Давай-ка мы сработаем... От дефа плюс очки. Сейчас у него преимущества нет, хотя атака очень сильная у него. Ёшкин кот, если он сейчас 6 атак пройдет, нам хана. 5 атак, 5 атак нам хватит. Должно, да, хватит? Хватило. Ууу, это что-то. Это очень жесткие бои. Так, у него максимум 1 деф. 4 атаки нам хватит за глаза. 3. А если у него... Нет, 2 дефа у него быть не может. Давай, я, короче, рисковать не буду, я полностью все влуплю тупо в атаку. Сейчас у него придет следующий. С преимуществом. Но. У нас следующий выйдет Мегалодон, у нас будут очки. И преимущество будет у нас. Вот на Мегалодоне, мы отработаем все вообще от дефа. Тупо вообще вот так делаем. Ё-моё, да он издевается откровенно надо мной, он просто издевается, да что ж такое творится-то, а? Ребята, вы представляете, он не дает мне последний бой выиграть, он просто мне его не дает. Это охренеть, да что ж такое-то, а? Ты представь, ребят, не дает он мне последний бой, ну он мне не дает вообще никак. Ну-ка подожди, немножечко очков, ой, денег у меня подкопилось, работаем по той же самой схеме. Шансы есть. Ой, тяжелый бой, тяжелый. Пробуем. Не хочет он мне сдавать позиции вообще никак. Так. На очки работаем. Работаем на очки. Он что будет делать замену, скорее всего. Одну атаку мы выдержим. Работаем по той же самой схеме. Только под конец тогда нас вообще просто жестко подставили. 2 дефа и очки. 3 атаки мы выдержим. Не пошел он на 3 атаки. Давай пробуем так же. 1, 2, 3 и деф. То есть алгоритм у него похоже такой же, как и был. 4 атаки. Выдержим 4 атаки. Не атакует. Так. По той же самой схеме. Так. А мы в тот раз как же делали-то? Нет. Делаем пока что так. Пока что так работаем. Нам нужно лептоклеить. Клейда его завалить. Не выдержим мы две атаки, но он беззащитный. Черт, ты смотри, что творит. Нет, смотри. Совершенно другая. Походу мы этот VIP не выиграем в принципе. Так, 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 так. Так. Я даже не знаю, что делать-то. Максимум влупляем. У него... Нет, у него дефа нету. Ты... Блин, да что он издевается надо мной, ребята, он над нами издевается, походу вот это VIP событие, оно не наше, мы походу его не выиграем. Сейчас он 4 атаки влупляет, ему даже 4, ему 3 атаки хватит. И один в деф он у него уйдет, хорошо. Если сейчас наш Мегалодон не вытянет, а он скорее всего не вытянет. Как лучше делать-то? Так, по нему нужно провести... Что ж с тобой делать, да? Давай пробуем вот так. Блин, все.
Все, ребятки, мы, короче, в VIP это событие мы не прошли. Это по-любому. Мы его не можем. Нам чуть-чуть не хватает, буквально чуть-чуть. Все, нас съел. Ну что ж, ладно, иногда и поражения нужны. Хотя, честно говоря, обидно. Вот последний шаг остался. Ну не можем мы его вообще, не можем никак. Не хватает. У нас все почему? Потому что у нас нету вот этих вот зверей. Были бы, мы бы вытянули. А у нас в основном все такие вот морские, или как они правильно называются. Но не значит нет. Что ж, на этом давайте мы закончим. Все ссылки будут в описании под видео. Если вам серия понравилась, если вы знаете какую-то тактику, как бороться с такими сволочами, очень приветствуется в комментариях. На этом все. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.